А накануне министр внутренних дел Покрачево-Черкесии Игорь Трифонов встретился с родственниками сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. На встрече обсуждались вопросы медицинского обслуживания, пенсионного содержания и социальной защиты семей, потерявших кормильцев. Игорь Трифонов отметил, что руководство министерства готово выслушать и учесть все пожелания присутствующих на встрече. Родители и вдовы просили в первую очередь оказать поддержку при поступлении детей в вузы МВД России, а также при оформлении их на службу в органы внутренних дел. По каждому вопросу министр дал указание подготовить соответствующие материалы для их решения. Родные погибших сотрудников поблагодарили Игоря Трифонова за внимание и проводимую работу по сохранению памяти сотрудников. В завершении встречи все присутствующие возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. 49 сотрудников министерства нашего Покрачево-Черкесской республики отдали свои жизни, исполняя свой профессиональный долг. Их геройские поступки будут всегда в нашей памяти и навсегда вписаны в славную историю органов внутренних дел Российской Федерации.